Многие наблюдали, как ежик сворачивается в клубок. Также с легкостью в мяч превращаются броненосцы и панголины. Если вы думаете, что это просто красивые бусины, то ошибаетесь. Перед вами неоновые многоножки-броненосцы, существа, которые способны в случае опасности сворачиваться в шар. Они принадлежат к типу членистоногие, включающему насекомых, ракообразных, паукообразных и многоножек. По количеству видов и распространенности может считаться самой процветающей группой живых организмов. Включает более 80% видов животных на Земле. В том числе неоновые, клубовидки, каемчатые многоножки-броненосцы и мокрицы-броненосцы. Их также называют Ванька-встанька и пилюля-многоножка. Всех этих существ объединяет умение, при малейшем намеке на опасность, сворачиваться в клубок.